Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ричард. Сегодня мы начинаем играть... Ну как, начинаем, это скорее всего будет нарезкой. Начинаем играть Hand Simulator Horror. А что ж, не буду затягивать вступление, мы перейдем сразу к геймплею. Щит. Оу, щит, мэн. Вот наш чоппер и сломался. It seems a god stepping breathing. А чё с выпасами? Ладно, наверное, так и должно быть. Нет. Наш мотоцикл Рига. Только не ты. Ты была всем, что у меня было. Да ёпты, как тут рукой-то шевелить? Ребята, жизнь забирает лучших. Давайте похлопаем его по баку, и нам надо идти дальше. Опа, опа. Нет, Борова задавили, ужас. Как они могли его задавить? Я считаю, то, что на эту игру надо брать и писать жалобы в Стиме, ребят. Вот именно за этот момент. Я считаю, это неуважение к украинцам. Что это было, блядь? Что ты делаешь? Колесо? А, ну тут 300 IQ головоломки. Берем колесо. Я сказал, берем колесо. Ладно. Просто вот так вот дотащим его сейчас. Опа! У нас Геракл мы. Колесо от трактира просто можем одной рукой, так сказать. Опа! Чудеса внеземные. Так, а что нам еще надо? Опа, встаем. У него нет баранки. А чё, мы дверь не можем так открыть? У меня почему-то трактор чувствует, будто он эту дверь именно выламывает. Да, похоже, мы не можем открыть эту дверь, нам надо ее выламывать. А что если... Блять! Так, а тут что? It's Loco Stealing a Wheel from a Tractor. Баранка! Колонки какие-то. При пати. Бесплатная вечеринка. Чё это? Без комментариев. Берем колесо и вставляем его в трактор. Все гениальное просто. Теперь нам остается лишь завести его. О, получилось. It's alive! Так, теперь нам надо... нам надо развернуть баранку. Так, приседай. Вот этой культёй. Давай как-нибудь, давай. Твою мать, он не крутит баранку, сидя на кресле вот этом водительском. Дурачок. Так, нам надо развернуть ее.
недостаточно. Так, разворачиваем баранку. Так, попробуем с другой стороны. Так, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Идеально. Теперь надо полный газ. Yes. Головоломка решена. Боров, ты свободен, можешь идти. Или уже спать спокойно. The gate can be broken. Монтировка Гордона Фримана. О нет, она исчезла и появилась тут. Это знак. Это знак. Here you can charge your battery. Так, а это что? Это что такое? О! Вставляем кассету. Yes, головоломка решена. Так, и желтая кнопка. О май гад, это сейф! Мы сохранились. There is no power. There must be fuses here. Точно нету электричества? Да. Черт. Его реально нету. Что это? Да это же фонарик, нет? У нас есть фонарик. There's something interesting behind the grating. It's look a part of какой-то door. Станок. И это. Странно это все. Так, но мы можем. Убираем монтировку. Тут должен быть звук из Half-Life. Тут еще есть какая-то халупа. Наверное, в ней. В нее-то нам и надо. Что это? Это какое-то. Хорошо, ладно. Ё-моё. Я слышу, как у... You need a heavy object to break the lock. А это-то у меня как раз-таки и есть. Ну, ну. Вот мы и сломали замок. Так. Черт. Открываем дверь. Монтировкой. Опа. Yes, now it stand. Петух? О. Опа. Так, и подобрать вот этот ключ. Я, конечно, ни черта не вижу. Да ё-мо, не вижу ни хера. У меня есть идея. У меня есть идея.
Так, ключ подобран. Куда ключ нам надо? Отлично. Ключ от этой двери. Так. Тоже она скрывает от нас. Как же тяжело, твою мать. Ага. Там петух, я боюсь открывать. Он кукарекает. Вот он. Реально петух. Я предлагаю его огреть. Нет! Ты чё? Ты дурак? Он просто... Он даже не бежит, он скользит за мной. Что это за петух сатаны? Нет! Их два! Их два! Твою ж мать, что же делать? Нет, уйди! Уйди! Ох, я вроде оторвался, твою мать. А как? А чё? А у меня даже оружия-то нету. Я монтировку там оставил. И кулаками же я его не забью. Надеюсь, он не поджидает меня где-то за углом с перочинным ножом, чтобы всадить мне его под ребро. Давайте мы... Я видел там вилы, прислоненные у дома. Сейчас мы их возьмем и совершим, так сказать, тактический маневр. Да бери ты эти вилы, ссаные! Да бери! Отлично. Все, так, у нас есть вилы. Теперь нам надо аккуратно... Ими замочить петуха. Так, предлагаю, знаете как? Нет, 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 не так. Ой, нет, я сейчас сам себя сейчас захуярю, а то... Так, вот я хочу их взять, вот как... Чтоб колоть было удобно. Да-да-да, вот так вот. Берем, он подходит, и мы его вот так колем просто, да. И не даем шанса просто на выживание. Вот он. Так, где наши вилы? Все, сейчас будет смерть. Смерть петуха. Смерть петуха. Так, только если я смогу правильно настроиться. Настроить руку на убийство, так сказать. А ничего, смотрите, неплохая превьюшечка. Главное тихо и незаметно подкрасться к нему. И, блин, мешает полка. Сейчас мы его пронзим копьем. А, блин, нет, нет. Я понял, все. Сейчас, это ловушка. Давай. Еее. Наша первая победа над петухом. Получи, гад, просто вилами, вот тебе. Мы в 45-м и не таких гадов убивали, как ты. Получай! Ладно, все, извините. Вот он. Ну все, гаденыш, тебе не жить. Сейчас, только надо прицелиться. Эй, ну убей его, давай. Ой, нет, я пошутил. Тихо, это тоже ловушка. Давай. Вторая победа. Сколько за жизни я погубил за этот день? Цифр не хватит их всех пересчитать. Два петуха. Сбил несчастного козла, который теперь воняет на дороге. Потерял свой Харли Дэвидсон. Твою мать, даже его забрали на небеса.
Ну ничего, я надеюсь, то, что все эти жертвы того стоят. Все-таки они пытались нас убить, петух хотел заклювать, просто оторвать нам два яйца. И мы в героической схватке смогли победить. Так, а в этом доме я видел еще один ключ. Думаю, он нам пригодится. Вот он. Так, нам надо сначала положим аккуратненько кассету. Опа. И поднимем повыше фонарик. Да-да, именно так. И возьмем этот ключ. Он, походу, от этой двери. Или нет? Или от этой? Нет. Наверное, от этой все-таки. Надеюсь, там не будет петухов. 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 Да твою ж мать! One eternity later. О! Не получилось открыть дверь, это просто чудо. Двери в этой игре, это просто ужас. Так. Так, тихо. Вдруг там опять будет петух. Я не хочу опять петуха. Нет, это сральник. Тут был какой-то скример. Я его пропустил. Нет, самый страшный скример это отсутствие текстуры за окном, твою ж мать. Значит, мы не пропустили скример. Тут я вижу ключ крестом. Так, берем его. Я даже знаю, в какую дверь его воткнуть. Нет. Так. Вот мы его и подобрали. Повернуть ключ. Отлично. Вот и дверь открыта. Уже просто мастерски открываю эти двери. Что же тут мы видим? Эй! Черт, и еще один ключ. Так, предлагаю, знаете, чтобы не нагинаться, как за мылом, не по-мужски это все. Мы с вами возьмем вот отсюда. Вот он. Мы возьмем вот отсюда эту кассету. Чтобы, так сказать, поступить по-мужски. То, ну реально, ну не по-мужски это нагинаться. Мужики засмеют. Так, открывай. Вставляй. Захлопывай. Сохраняй. А на этом все. Если вам понравилось, ребят, то пишите в комментариях, и мы продолжим наше странствие. И постараемся починить наш мотоцикл. И уехать из этого проклятого старого дома. Что ж, ну а с вами был Ричард. Всем удачи и всем пока.